Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Мое традиционное приветствие всегда. Я очень ценю, когда люди приходят на такую музыку. Я бы и сам приходил. И прихожу, когда какие-то хорошие мероприятия происходят. Я хочу прежде всего рассказать, как я с ним познакомился, вот с этим человеком, которого я привез. Я слежу за ним с 2008 года, я думаю, когда появилось его первое видео на YouTube. Вот, и меня просто потрясла его игра, и он стал наряду с Дэмином Шмидтом, которого многие из вас наверняка уже знают, по нашей группе Impact Youth, во всяком случае, с Федором Досумовым. Он стал для меня одним из, вернее, любимейшим европейским барабанщиком. То есть для меня два человека есть, Дэмин и он. Вот. Но, конечно, мы не общались, он меня не знал какое-то время. А потом, как выяснилось, однажды, когда я был в Камбодже, это было, наверное, в 2010 году, в числе прочих, у меня был день рождения, и в числе прочих сотен поздравлений было его поздравление на моей стене на Фейсбуке. И для меня это было чем-то невероятным тогда. Очень было приятно получить от него. И как потом, впоследствии выяснилось, когда мы с ним начали общаться, я ему, конечно, ответил, мы начали немножко чатиться, выяснилось, что он за мной уже следил какое-то время, что для меня тоже было чем-то вообще необыкновенным совершенно. Вот, и потом мы с ним познакомились лично в январе прошлого года, когда я прилетел в Лос-Анджелес, и первое, что я сделал по прилету, после 13-часового перелета, я пошел в клуб Blue Whale, там есть такой клуб, и Герко играл там с Гарри Виллисом, которого наверняка многие из вас знают, с бас-гитаристом, и со Скоттом Кинси из Tribal Tech группы. Вот, там мы с ним познакомились уже лично, потом мы виделись на мюзик-мессе, на выставке. Потом пришла идея, собственно, поиграть уже вместе. И вот летом мы созвонились по скайпу, и вот сейчас получилось наконец-то, то есть работа шла очень долго для того, чтобы это произошло. Вот, и сейчас это происходит. Сейчас он в России. Вчера мы сыграли прекрасный концерт в Краснодаре. Очень успешный в смысле музыки. Не очень успешный в смысле количества людей, к сожалению. То есть сегодня у нас гораздо получше. Ну, получше концерт получается. Больше людей. Так что огромное вам спасибо, что вы все здесь. И мы начнем нашу программу. Встречайте Герко Барлай из Венгрии. И мой друг, потрясающий пианист Алексей Беккер. Поклавишься. Спасибо. Thank you.
пойти в кино, потому что я забыл один листочек с нотами. Одной единственной вещи, которую я не знаю наизусть. Сейчас я вернусь. Спасибо большое. Можно попросить кого-нибудь воды принести, пожалуйста, на сцену? Спасибо. Для Герга. Спасибо большое.
его авторское, что называется «Весовой перейдень». Верно? Верно. Поехали дальше. Thank you.
Спасибо еще раз.
Спасибо, Герка Барлай. Куда-то ушел. Это была его композиция, которая называется European Tatra. Мы продолжаем. Случайно в зале, у кого есть малый барабан с собой? Такой вопрос от Герга прозвучал. Нет? Ни одного такого? Есть, да? А что у вас есть? А мать? Yeah, there's a guy. А, до машины дайте. Yeah, it's in his car. It takes time. Может, до завтра подождать. Только вы, да? Больше ни у кого нет? Так, чтобы быстрее. So, we gonna wait? No? Принесите пока, пожалуйста, мы тогда одну сыграем композицию, ладно? Спасибо большое, спасибо огромное. Thank you.
поскольку у меня сет листа нет, я не был уверен, последняя ли у нас композиция или нет. Оказалось, последняя. Вот, сейчас мы ее сыграем, эту последнюю. Но кое-что у нас еще припасено, забегая вперед, могу сказать. Так что если вдруг будут какие-то оглушительные овации, мы сможем еще воспроизвести какие-то звуки. Спасибо большое. Thank you.
Завершили наш концерт. Наверное, хотел бы пригласить тебя. Я говорю, на поклон. Еще раз, Герка Барлай, Венгрия. И теперь уже Штаты. Алексей Бекер, фортепиано. Меня зовут Антон Дуридян. Спасибо. Thank you.